Итак, 2 сентября, продолжаем движение. Выезд из Мелитополя в сторону Херсона. Сейчас стояли на красном светофоре минут 15. Сейчас там зеленый свет. Получается, пока закатали одну полосу, а вторую пока трамбуют. Ремонт идет полным ходом, такое ощущение, что дорогу расширяют. Масштабно дорогу расширили, вырезали кучу грунта. Мы едем в районе села Удачного. Тут получается тоже правую сторону раскопали, он трамбует. Две полосы. Опять упираемся в красный светофор.